Ich will zu einem Konzert. Lavon Wolski, den ich schon als Teenager angehimmelt habe, ist in Berlin. Ich lege eine alte Platte mit den Liedern von Wolski auf und rufe meine deutschen Freunde an. Ich erzähle ihnen, dass die Band aus Belarus kommt und die Musiker, wie auch ich, Belarussen sind. Und dass unsere Fahne weiß-rot-weiß ist und wir den Ritter auf dem Pferd als Wappen haben. Symbole aus den frühen 90ern, aus der Zeit der Träume und Visionen. Und dass diese Symbole seit fast 20 Jahren nicht mehr erlaubt sind. Genauso wie unsere Parole von damals. Живи Беларусь! Es lebe Belarus! Der Code für Freiheit und Demokratie. Anstelle dessen werden eine Fahne und ein Wappen benutzt, die sehr an sowjetische Zeiten erinnern. Und Живи Беларусь! Ist zum Schlachtruf gegen die Diktatur geworden. Ich erzähle, dass Wolski in Belarus ein Star ist und dass er seit vielen Jahren weder im Radio noch im Fernsehen gespielt wird und nicht mehr öffentlich auftreten kann. Ihn kennt und liebt aber jeder in Belarus. Ich werde nicht verstanden. Ich entschließe mich, einen Film über Wolski und seine Band Krambambule zu machen. Да, на самом деле уже давным-давно хотели на Крамбамбуле. У нас концертов нету, а здесь и визовая поддержка, и Вильнюс давно хотели тоже съездить. Все так сложилось. Одним позвонили, другим позвонили. Все за, все в одно время пошли в посольство, в одно время купили. Все, вот так и поехали. Все очень просто. Творчество господина Вольского. Это был такой... период знакомства с современной белорусской культурой, наверное, вообще как таковой. А Вольского не слушала давно, потому что у нас, наверное, концертов нету. Но музыка хорошая, можно попрыгать там, потанцевать. Ну и даже нет. Почему не послушать, съездить? Не можем мы в своем городе, в своей стране послушать любимых исполнителей. То есть, ну, не только Крамбамбуле, там есть еще, там, можно сказать, список. Вот, то есть, приходится там или там в Россию ехать, или там в Киев, или вот, как сейчас вот в Вильнюс. Канцэрт у Вільні, ён наогул усе канцэрты ў Вільні, яны здараліся дзякуючы намаганням маёй жонкі і нашага прадусара Ганны.
Яна прыдумала такую схему. Перш за ўсё зрабіць бясплатную кароткатэрміновую аднаразовую візу шэнгенскую для тых, хто набыў квіткі. Весь гэты час у Беларусі не было канцэрту. Былі такія на нейкіх нейтральных тэрыторыях у кавярнях, калі это было мажліва. Але апошні год пачалі адсочваць нават такія 12 гады, ці год, ну, неістотна. Нават такія графіці, дзе 70 чалавек, напрыклад. Прыйшла камісія і сказала, ну, хто іграе? А навошта? І прычым дзейнічаюць так, што не проста прыходзяць людзі з органаў, а прыходзіць камісія з МЧС, санстанцыя, і знаходзіць некаторыя парушэнні. І потым ты плаціш 3 мільёны штрафа. І гэта намёк просто на тое, што будзе потым. Ну, ясна, што людзі баяцца. Таму хочацца патрапіць кудысьці, публіцы, напрыклад, хочацца патрапіць у нейкі вольны асяродак, дзе ўсё не так, як у нас. Раней просто канцэртовая заля любая была такім вот оазісам свабоды гэтай, у Менску нават. Калі можна было. Потым не зусім свабодная стала гэта зона канцэрту, а гэта ўжо не добра і для публікі, і для музыкаў. Die Musik von Krambambule und Lavon Wolski wird nicht im Radio oder im Fernsehen gespielt. Stattdessen gibt es die Musik online, kostenlos. Bald soll ein neuer Song aufgenommen werden. Крамбамбулі я граю больш за 3 гады. Мы пазнаёміліся з Лявонам на пачатку 2010-га. Таксама мы рабілі супольны праект, ўжо сольныя песні Лявона, крыху іншай тэматыцы, больш рокавыя, больш сацыяльныя, таму што Крамбамбуля гэта ўсё ж такі весялуха. Так адсталася проста апошнія гады пасля забаронаў, што Крамбамбуля стала такой, як яна зараз. Таму што першапачаткова гэты праект задумваўся зусім для іншага. Гэта так папулярызацыя вось гэтай беларускай ідэі праз такую форму, як група Крамбамбуля, калі людзі за сталом абсалютна, якім усё роўна, абсалютна да ліхтара, вось гэта беларуская ідэя, беларуская мова. І вось раз Крамбамбулю, калі людзі сабіраюцца за сталом, яны могуць спяваць гості, 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 хтосьці ёсць, няма кагосьці. Для іх гэта прыкольна, гэта беларуская мова, і вось. А зараз Крамбамбуля трансфармавалася. Я думаю, што на гэта паўплывалі таксама і тыя абставіны, якія нас паставілі. Ну, Крамбамбуля зараз, вы бачыце, цішоткі з выявамі Каліноўскага, Міхся Вітушкі. Гэта такія барацьбіты за беларускую ідэю, за Беларусь, сапраўдную Беларусь. І, ну, то бок, Крамбамбуля гэта зараз такі тыпа партызанскі атрад. Як прыходзілі к нам партызаны, гаманілі лясы паляны, гаманілі лясы паляны, як прыходзілі к нам партызаны. In der Sowjetunion wurde Belarus als die Republik der Partisanen aus dem Vaterländischen Krieg gefeiert. Es gab aber auch antisowjetische Partisanen in den belarussischen Wäldern. Sie nannten sich Waldbrüder. Okupanten
так, що знов буде хотіться стрілять. Ми партизани, нести я брати. Ми партизани, войной ми на ти. Ми партизани, любим наш край, очистим наш край от чужинський страй. Im partisanskaja Lied spielt Wolski mit dem Klischee. Anfangs denkt man, er würde von den Sowjetpartisanen singen. Später wird klar, er meint die Waldbrüder. Irgendwie ist das Lied 96 durch die staatliche Zensur gerutscht und wurde im Radio zum Hit. Шэраг гуртоў паўдзельнічаў у мітынгу, канцэрце мітынгу, прысвечаным 10-годдзю гэтай улады, пасля чаго ўсіх забаранілі. Потым гэты спіс пачалі пашыраць, потым з'явіліся не толькі забароненыя, але і непажаданыя проста. Гэта былі выканаўцы проста незалежныя, якія не ў сістэме, якія не абслугоўваюць дзяржаву. Не едуць у агітацыйны тур перад выбарамі, напрыклад. Агітаваць там за бачку. Непажаданыя на тэле, этэрах, у радыё, вяшчанні, у газетах. Адразу прэса вся паставіла за слова. Дзяржаўныя. Ну, і вся эта гісторія скончылася з прэсай. Пасля гэтага я не ўзнаю стасункі з прэсай таксама. Хаця, калі дазволілі праз 3 гады, прэса зноў жа ж кінулася, давайте, напішам пра вас артыкул, да, не зробіцца. Вы ж 3 гады не пісалі, а шо то зараз? Ну, вы ж самі ўсё выдатна разумееце. Вони так гаварыць. Я кажу, не, растлумачце мне, я не разумею. Ну, потым пасля гэтых выбараў і всіх гэтых падзеяў, я ўже ведаў, што будзе забарона. І так і здарылася, ўсё будзе забаронена пасля выбараў. Тым болей мы падпісваліся пад розными петыцыями. Супраць там, ну, супраць, за палітвязню, напрыклад, придумывалі розныя ініцыятывы, дашлі паштоўку палітвязню, власным прыкладам дэманстравалі, як гэта робіцца, ну, нас заўважылі адразу, і ўсё, і то перакрылі. Ну, цяпер зноў ідуць нейкія такія паўзучыя працэсы, уже пайшла плётка, што зноў уже можна зараз будзе, ўсё. І вже паціху хтось дзесьці грае, без сильнай рэклямы, але так. Ну, в гэтай гульні, я лічу, няма сэнсу гуляць больш з ім. Гэта заўсёды можа паўтарыцца. Весь час баяцца, што то будзе, не будзе, патэлефануюць ці не. Ну, гэта ж сябе не паважаць. Як адбываецца забарона? Яны проста тэлефануюць. Типу, ну вось, нам не пажадана, каб вы праводзілі канцэрт такога гурта. Да маёй матулі там таксама. О, а у вас ваша сям'я звязана з апазіцыяй? Яе выклікаюць там. Ну, што гэта такое? Ну, вось такія метады. І пасля гэтага, як бы, што нам спяваць далей там? Полька, чарка на пасашок. Усё ж такі мы рок-н-рольчыкі. На ўсіх паўплывалі падзеі 2010 года, выбарыўся, таму што ва ўсіх была жуткая там дэпрэсія і там, напэўна, кожны чакаў, што зараз за ім прыйдуць тут, блін. Адбылося размеркаванне. Это называецца дзяржаўнае размеркаванне, калі студэнты, які вучыўся бясплатна, яго на 2 гады адпраўляюць працаваць на дзяржаўную, на дзяржаўныя прадпрыемствы, на дзяржаву. І яны вельмі б хацелі, каб я працаваў на адну з галоўных дзяржаўных газет. А я не вельмі. Дзяржаўныя
СМІ, дзяржаўныя газеты, яны падпарадкоўваюцца, вядома ж, дзяржаве, і яны павінны весці вельмі строга дзяржаўную лінію у сваіх публікацыях, так? Ну, а дзяржаўная лінія на Беларусі мы ведаем, якая. І таму размеркавацца ў дзяржаўнай СМІ для мяне гэта, ведаеце, ну гэта, напэўна, гэта такі вельмі... Гэта вельмі цяжкі крок, так? Гэта трэба ў некаторым сэнсе пераступіць, так? Праз некія свае там погляды, так? Праз некія меркаванні. Окей, тут усё окей, толькі дыхаць мне з кожным днём цяжэй. Паветра зусім няма, колькі не дыхаю, усё дарма. Глядзіць на брудны горад і крэмзаць мемуары, не варта вачэй і не варта рук. І я гляджу на зоры, і я гляджу на хмары, і слухаю власнага сэрца стук. Падымі мяне панад зямлёй, падымі мяне ў светыя пшар, падымі мяне над песнёю, падымі мяне паветраны шар. Die Musik von Wolski hat Gefühle in mir geweckt, die seit 2006 geruht haben. Damals habe ich das Land verlassen, so wie viele andere. Die gefälschten Wahlen, die gewaltsame Auflösung der Proteste, das Gefühl der Ohnmacht. Ich habe versucht, dieses Gefühl zu verdrängen und zu vergessen, nicht daran zu denken, mich mit mir selbst, mit meinem eigenen Leben, meiner persönlichen Zukunft zu beschäftigen. Das war, so schien mir, der einzige Weg, wie man weiter leben konnte. Wenn ich an meine Mitschüler denke, oder an den Nachbarn aus dem Haus, oder an meine Kommilitonen von der Uni, viele sind fort. Wir sind heute über die ganze Welt verstreut. In Russland, Polen, Tschechien, in den USA, in Deutschland, in der Schweiz und sogar in Neuseeland. Nun bin ich wieder da. Und bin wieder hin und her gerissen zwischen der beklemmenden, ansteckenden Angst, die die meisten hier beherrscht, und dem Wunsch, diese Angst zu bekämpfen. Heute ist der 9. Mai, Tag des Sieges über den Faschismus. Ein bedeutender Tag in der Geschichte. Die meisten, die an der Parade teilnehmen, werden dazu von ihrer Arbeits- oder Ausbildungsstelle verpflichtet. Auch das Publikum. Es werden Listen geführt, die Anwesenheitszeiten werden notiert. Ich bin geflasht von den unzähligen Fahnen. Die offiziellen Farben sind rot und grün. Die anderen dienen dem ästhetischen Vergnügen. Was die verschiedenen Farben bedeuten, weiß keiner so richtig. Sicher ist nur, die Fahnen, die man hier sieht, sind alle offiziell erlaubt. Или твой объект какой? Парк? Два.
попросиш мене? Былі такія часы. Спачатку ніхто нічого за сцяг гэта не рабіў, калі на сцэну выносіш, а потым яны прынялі нейкія законы, нават не ведаю якія, наконт дзяржаўнай сімволікі, нешта такое блытанае, для мяне незразумела. І пачалі выносіць сцяг на сцэну, і нават сярод публікі, калі падымаюць сцяг, адразу якія-небудзь ці ахова, ці то які-небудзь міліцыя, якая прысутнічае на гэтым канцэрце, адразу і чалавека гэта выводзілі кудысьці там у пастарунак і забіралі сцяг. І пачаліся такія цьмяныя часы, калі быццам бы ты спяваеш, і людзі разумеюць пра што, і разумеюць, хто ты, але сцяг нельга даставаць. І нават некаторыя гурты, калі даставалі сцяг публіка, фронтмен казаў, схавайце, таму што не будзе канцэрту. І гэта было нешта абсалютна вот такое, што ну, нешта недапечанае, нешта не тое, нешта ненатуральнае. Ну, нам жа падабаецца гэты сцяг, гэта ж наш сцяг, правільна. А мы, вось, граючы ў сваёй краіне, не можам карыстацца гэтым сцягам, і не дай бог, не дай бог, не сказаць, жыве Беларусь.
Когда со сцены доносится фраза «Живи Беларусь», для меня это означает радость. Это означает то, что человек кричит со сцены, и люди, которые ему вторят, это значит, что он не один такой, что я не одна такая, что у нас целый зал, полный зал единомышленников. Я бы хотела годик поучиться в магистратуре где-нибудь в другой стране, в любой. Просто для того, чтобы понять, что такое жить в другой стране. Мне интересно. Я бы хотела очень много путешествовать, чтобы узнать мир. Но мой дом здесь. В Беларуси. Я по улице же не кричу, не хожу, не кричу, живи Беларусь, да? Почему? Ну, потому что, наверное, ходить по улице и кричать, это вообще правило плохого тона, в принципе. Живи Беларусь, мы хотим, чтобы наша страна процветала, жила и так далее. Была сильнее, богаче, красивее еще была, вот. Ну, как-то всегда считал себя таким человеком мира. Вот так получилось, что в 2010 году, когда были крайние президентские выборы, я к этому времени уже начал чувствовать себя как бы мужчиной, то есть немножечко ушли какие-то детские комплексы, какие-то немножко такое инфантильное отношение к жизни. В 2006 году папа умер. Ну, то есть как-то подходило к тому, что ну, надо было уже немножко иметь какую-то вообще позицию, хотя не просто я музыкант, я вот играю, и все классно, и все, меня больше ничего не интересует, да? Заинтересовался политикой, не то чтобы даже самой политикой, а то, что вот какая-то, в принципе, ну, несправедливость какая-то происходит, а так не должно быть, хочется что-то менять и для себя, и для окружающих, и для своих друзей, и вообще для людей, чтобы просто было, ну, как-то правильнее. Вот. И начал, естественно, знакомиться с литературой, с музыкой вот, там, белорусской. И я, может быть, ну да, наверное, по характеру я, скажем так, я такой ассимилировался кавказец, то есть мы никогда не соблюдали там все традиции до последней, то есть, ну, какие-то, ну, мужчина должен быть мужчина, то есть за женщиной надо ухаживать, ну, такие, условно говоря, фактически базовые ценности, вот. Но, в принципе, в Беларуси я вполне ассимилировался, то есть я там не агрессивно, тоже такой же спокойный, тоже думаю, а может так и надо, если что-то происходит, что так и не надо. Ну, и себя это надо все равно изживать, эту вот померкованность, поэтому, ну, и как мне показалось, ну, наверное, человеку нужна какая-то самоидентификация, в том числе и национальная, но где-то я возвращаюсь домой с удовольствием. Да, здесь диктатура, да, здесь практически нет никакой работы, часто там бывает, что, ну, бывают периоды, что даже есть ничего, действительно бывают такие периоды, но тем не менее я все равно, где бы я не был в Европе, там, в какой бы стране, там, в Англии было довольно долгое время. Меня через несколько дней начинает тянуть домой. Я всегда возвращаюсь с удовольствием. Я там прилетаю, приезжаю, прихожу. Ну, как-то вот не скажу, что смотрю на какие-то березки, или на архитектуру, или людей обнимаю, или землю целую. Не знаю, но я вот чувствую, что я вот, ну, все равно дома. Димашка, мониторы крутили, процессы. Потримайте! Крамбабуля! Привітання, шановне господарство! Привітання, брати Люціни! Живе Беларусь ще чи ні? Живе Беларусь! Господарство, ми хочемо вернути наших домашніх, хатніх реалів. Ви всі ведаєте, що у Мінську, у Беларусі все ще сидять політв'язні. Это Олег Беляцкий, это Дмитрий Дашкевич, это Никола Статкевич и иншие политвязни. Эта песня называется «Свобода», и ей мы хотим сегодня просветить политвязням. Худшейшего вызволения и живи Беларусь! Thank you.
Конечно, мне істотно было, каб это было беларускае. Это для мяне заўсёды істотна і будзе істотна, каб што маё. Я тут нарадзіўся, застануся, я ганаруся сваёй Беларусію. Я б сказаў так, але ж сваёй зямлёй і нацыянальнасцю я ганаруся, а не дзяржавай. Калі ты ўсё, што хочаш, слухаеш, калі табе дазваляецца выбіраць, то бок ты вольны. І калі з'яўляюцца вольныя, свабодныя гурты, мастакі, кнігі нейкія, то бок чалавек становіцца вольным. Ён можа пачытаць, ён можа паслухаць тую музыку. А калі чалавек становіцца вольным, ён сам сабе напрамак свайго жыцця робіць. Трэба прымусіць так, з'яўляецца новае пакаленне, яно бачыць толькі тое, што ім прывязваюць, навязваюць. І тыя дзеткі маленькія, якія вырастаюць, яны думаюць, што гэтак і трэба. І іх лягчэй проста трымаць, што гэта проста рукаводства над людзьмі, над, каб яны ні аб чым не думалі. Ведаеце, мне, канешне, крыўдна казаць, але час ад часу здаецца, што іх бараны ў загоне. Далей бліжэй нельзя, і толькі каб сабака бегаў по периметру и позирал, как ты только не вылез. Вось и все, вось мои думки это про заборону. Вот, менавіта так. Тому что, конечно, такие гурты, например, как мы, Крамбамбуля, вы разумеете, как бы это было не заборонено, это более за все, это махчима было бы 100 тысячник избирать. А на во что 100 тысячник, скажите, коли это со своим меркованием на житё есть люди, 100 тысяч человек, ты что, нельга так зрабіць? Ну, ось усё, што я лічу, чаму гэта я забароню. Я з'яўляюся ў Беларусі не толькі музыкай аднаго гурта ці адной музыкі, а як называюць у свеце сесіонай музыкаю. Ну то бок, мяне запрашаюць там дзесьці, зразумела, за грошы, я тады пачынаю працаваць. У розных стылях, валодаю таму, музычнымі стылямі, таму запрашаюць шмат куды, якія гурты. Але ж менавіта ў Крамбамбулі тут іншая справа, канешне ж. Ну, тут я працую за ідэю, гэта мой гурт, гэта мая сям'я. Конечно, лайфом. Я был обал. Гитара, бас, барабаны лайфом. Остальное неистотно. Наверх можно писать. То, что мы с Папашем будем писать разом, это 100%. А
Я маю на увазі па аранжыменту, на электрагітару я б добавіў. Па ўступі, зрабіў бы 8 тактаў ўступу і паехалі лабаць. Все правильно. Там трошки. 8 тактаў толькі дастаткова. Ну, навык, калі пачынаецца песня, 8-тактавай. Потым мы лабаем і запісаць туды акустыку, акулелю і электрагітару контрапункт. І мы можам больш зрабіць жорсткі варіант і больш этнічны. Не, ну то я думаю, што адзінага варіанта будзе дастаткова. Можна яшчэ паслухаць, да. Падлогі зараз кінем да яму. Мы сейчас живем в Вологодске. Это 30 километров от Минска. Это по распределению мы попали туда. Я думаю, что, может, и хорошо, что мы туда попали. Нам дали там жилье, потому что в Минске не дают. И сразу нам говорили, что нигде не дают. Но с Вологодска сами позвонили, сказали, приезжайте. Мы нуждаемся там в педагоге, трубаче. И вообще мы даем вам жилье. А жена тогда, она была с ребенком. Мы уже заканчивали вместе. Приезжайте. Все, мы приехали, и слава богу, сейчас уже взяли кредит. И к сентябрю у нас должны построить дом. Уже у нас будет своя квартира. Никита, а с ней, вот в начале, как ты начал играть, уже я познал, что ты не сыграешь вверху. Внизу нужно играть, чтобы ноты зарычали. Чтобы амбертона у нас прозвучились. А у нас получается вот такой вот... Знаки еще не выучил. Ну как мы можем играть гамму, если мы не знаем знаков? Да? С Ливоном очень сильно переживал. Переживал из-за того, что действительно Ливон это ну, легенда вообще Белоруссии там. И я когда пришел, помню, на репетицию, у меня, может, даже где-то чуть внутри что-то и дрожало, может, даже колени, я не помню. Ну, чувствовал себя вот так вот, как маленький мальчик, как какую-нибудь Шкоду сделал. Ну, такое чувство было. Ну, в плане того, что это действительно великий легендарность, это я, вот. А на самом деле оказалось все очень просто, он простой человек, очень такой хороший, добрый человек простой. Разыграйся, мне сейчас будем играть... Хорошо, налегать, давай. Meine Generation ist weggegangen. Wir haben das Ende der Sowjetunion bewusst erlebt. Wir haben damals an ein neues Belarus geglaubt. Wir haben Belarussisch gelernt, unsere über Generationen ausgemerzte Muttersprache. Wir haben versucht, die Wahrheit über unsere Geschichte zu erfahren. Dann wurde die Zeit wieder zurückgedreht. Der Staat erfand eine neue Ideologie. Wir Ausgewanderten haben es leicht. Wir träumen weiter unseren Traum von Belarus. Wir können die heutige Realität einfach wegträumen. Wenn es soweit ist, wenn unser Land frei und demokratisch ist, kommen wir zurück. Denken wir. Bis dahin leben wir außerhalb. Die im Land geblieben sind, haben es schwerer. Sie müssen einen Weg finden, in der verbogenen Wirklichkeit zu leben. Einen Weg zu leben, sich nicht alles gefallen zu lassen und weder verhaftet zu werden, noch die Selbstachtung zu verlieren.
Я как-то не задумываюсь об этом никогда. Никогда об этом не думал когда-то, был когда моложе. Почему не играют? Ну, видимо, есть какие-то у них собственные трудности. Может быть, с кем-то разногласия. Но я об этом не думаю. Я не чувствую никаких точек соприкосновения с политикой. Я считаю, что большинство людей собственную слабость, собственную, может быть, глупость, собственную несостоятельность жизни списывают на плохой климат, плохую политическую ситуацию, как им кажется, плохую. Поэтому я не знаю. Мне кажется, они так далеко, они где-то там, а я где-то здесь. Орел не ест червей. Поэтому я не чувствую своих точек соприкосновения с политической жизнью. Я считаю, что если люди найдут порядок в своих собственных жизнях, то жить всем вообще станет гораздо, гораздо лучше. Здесь не нужен хороший правитель, чтобы у тебя ровно стоял забор, чтобы у тебя был покрашен дом и была накормлена семья и выращены дети. Поэтому я не чувствую своей связи с политическими какими-то вещами и процессами. Ну, может быть, потому что я какая-то довольно небольшого ранга человек. Ну, может быть, это и плюс мой, как бы, может, оно и к лучшему. Зато я могу получать искреннее удовольствие от музыки, не обращая внимания на какие-то политические подтексты. Я помню еще даже младшие классы школы, когда там много предметов было на белорусском языке, и оттуда, наверное, еще мое вот отношение как к чему-то родному, к бело-красно-белому флагу, гербу к нашему. И что сейчас? Ну, насколько мне там известно, историю Беларуси уже в некоторых классах на русском языке изучают. Люди нуждаются в самоопределении. И вообще, в принципе, все люди нуждаются в самоопределении и самовыражении. И каждый находит свой путь в этом вот самоопределении и самовыражении. В Беларуси это может быть белорусский язык. Я говорю по-белорусски. Я вольно володую родной мовой. Но, во-первых, мне нет необходимости на ней разговаривать. Но я с удовольствием читаю произведения на белорусском языке. Я не чувствую, может быть, в этом какой-то особенный потребности. Я не считаю, что это как-то изменит мою жизнь. Может быть, я, скорее всего, наверное, конечно же, не прав. Многие со мной не согласятся. Наверное, многие скажут, что нужно самоопределяться, нужно чувствовать себя народом. Но я и так чувствую себя частью людей, которые здесь живут, частью этого общества, частью этой страны и частью истории всей, которая прошла. Ну, может быть, опять, я допускаю, что моя точка зрения, она несколько такая пассивная, может быть. Это не то, что называется активной жизненной позицией. Но я считаю, что активность в первую очередь должна проявляться в развитии себя самого. Как можно там дозвониться? Это же про фуру песня, правильно? Как Высоцкий? Да, практически. Может быть, трезвый даже текст. Слушай, ушишь я упал. Ой, там же не так. Что? Я служу, ушишь я упана. Ты на вершалете калета. Ой. Заслужи, ушишь я упана. Курочку за это. Дай я курочка гатура, по подворку ходить и ходить. Ой, куроня так за собою водить. Як служив же ж я у пана, ты на друга летейка лето. Ой, заслужив же ж я у пана, индика за. Пускай будет.
хата, і дик-дик-дик-дик-дик, та я кура, щебятура, по подворку ходить і ходить. Ей, гуряння так за собою водить. Я слушаю, що ж я у пана дина грейці, ці калєта. Ой, я слушаю, що ж я у пана кусачку забита. Стає под дитюся, сюся, та є скаче, дробна скаче, та є кура, щебятура, по дворку ходить чи ходить. Ей, гуряння так за собою возить. Як служу, вже ж я у пана, ти на шварталеці калєта. Ой, заслужив, що ж я у пана, індилка забита. А то індик-дик-дик-дик-дик, та я куся, сюся, сюся, та я. Ну, як би змяніць світ немагчыма. Але at least I tried. Я маю на увазі Беларусь, просто Беларусь, про якую многія мараць дагэтуль, і мы ў тым ліку. Я думаю, што кожны чалавек, які размаўляе па-беларуску, ён ўсё ж такі вялікі рамантык. Таму што ў Мінску складана быць беларусамоўным чалавекам. Як нідзе ў іншым месцы. Ты можаш быць беларусамоўным у Вільні, у Варшаве, у Берліне ці ў Маскве. І, в прынцыпе, ты нейкіх нязручнасцяў у камунікаванні хаця б паміж сабою, калі там у цябе ёсць чалавек, з якім можна размаўляць па-беларуску, вы не будзеце нічога такога адчуваць. А калі ты ў Мінску будзеш размаўляць па-беларуску дзе-небудзь у транспарце ці ў краме, ты можаш атрымаць. Я маю на увазі, не там цябе не паб'юць, хаця і такое таксама магчыма, канешне, у некаторых выпадках, так. Всё магчыма. Але ж, складана. Апошнім разам я стаяў у чарзе, і мы з маім сябрам пачалі размаўляць па-беларуску, за намі стаяў нейкі п'яны хлопец. Як бы ён У яго адразу з'явілася нейкая агрэсія, так, на беларускую мову. Але калі такім людзям пачынаеш адказваць вельмі спакойна, і яны губляюцца. І ў рэшце рэшт ён тыпу паціснуў нам рукі і сказаў: «Вы ж не думайце, што я калхознік. Калхознік у нас адзін в стране». Вось. Вітання. Живи, Беларусь. Для меня это просто такой клич. Это то, что нас объединяет всех. Нет, у меня такого ощущения нет, что я делаю что-то запрещенное, я просто играю музыку и все. Ну, есть, конечно, у меня свое мнение по поводу всего, но как бы я считаю, что на музыку это не распространяется, это просто музыка и все для меня. Я просто вообще не понимаю, откуда это все. Запрещенность это все. Обидно, конечно, здесь, что мы не можем для своих людей нормально сыграть нормальный концерт. Это просто не укладывается в голове. Первый у нас громкий.
6 ударов, смотри. Живи, Беларусь, со сцены кричат, все, сразу. Так и дело в том, что, ну, запрещают, по-моему, все подряд, и остается, то есть ни одной нормальной группы не остается, которая может играть в концерт. То есть не на что даже сходить. Вот я хочу пойти на концерт хорошей группы. Все хорошие, запрещены, остались только несколько сомнительного творчества групп, на которые бы никогда не пошел. Итак, друзья, надеюсь, вы понимаете, что сюрприз действительно удался. Да. Мы всех ждем здесь, давайте. Господа, чуть-чуть ближе. У меня даже есть предложение. Все, наверное, были на корпоративных курсах. Знаете, что такое круг доверия? Давайте возьмемся за руки. Прошу вас. Сейчас мы будем делать большой круг доверия. Давайте друг другу руки. Делаем круг. Окей. Мы все в круге доверия. Отлично, давайте. Кто не с нами, тот дурак. Друзья, всех просим сюда, чуть-чуть ближе на авансцену, окей. Итак, дамы и господа. Здорово. Давайте теперь волну доверия. Я подхожу к людям, и вы вскидываете руки. Поехали. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отлично. Дамы и господа, все вот эти медленные танцы до сих пор, это была прелюдия. А теперь... наше все. Это самый большой подарок, который сегодня дарит тем, кто трудится в компании. Дамы и господа, что тут сказать? Крамбамбуля! Да! Живе Беларусь! Ви супер! Гэта была Крамбамбуля! Живе Беларусь! До наступних сустрэчаў! Die Band Крамбамбуля lässt keine Gelegenheit aus, vor ihrem Publikum aufzutreten. Besonders hier in Belarus, wenn es irgendwie geht. Zum Beispiel bei einer Firmenfeier, bei einer Hochzeit oder bei einem Geburtstag. Für solche Zwecke braucht man keine Genehmigung. Крамбамбуля — белорусская команда, Левон — белорусский артист. И мы должны играть иногда для людей, которые не имеют возможности приехать в Вильнюс. Поэтому мы садимся на машину и выступаем у кого-нибудь дома. Или на какой-нибудь платформе, там, ну, которая не связана с государством, где, ну, меньше вариант, что концерт отменят. Мы в прошлом году с Левоном поездили по городам Беларуси, ну, по таким полуподпольным, вдвоем мы с ним ездили, потому что мы вдвоем более мобильные, для этого не надо там такое количество аппаратуры, если что, то есть, потому что бывало, что и отменяли, вот. Но, ну, вы сами знаете, что, естественно, какое-то большое мероприятие или
Да даже небольшое. Ну, мероприятие, о котором люди знают, значит, знают и соответствующие контролирующие органы, а то и не органы, а то и какая-то самоцензура включается. И... А давайте лучше нет. Но хуже всего, что это случается этот нет, когда уже стоят люди перед концертным залом, да, или перед концертной какой-то площадкой. У музыканта привезена аппаратура, заплачены деньги, и начинается влет. Ну, и материально, и морально это очень неприятно. Когда ты готовишься, ты приезжаешь, а... Ну, вы же все понимаете. Нам откуда-то позвонили кто-то, представился каким-то старшим лейтенантом и сказал, что лучше не стоит. А то вот у вас проблема. Я же, ну, в принципе, я понимаю. Хотя мне вот эта позиция, допустим, не очень близка. Такие панкухи нормальные. Лявон и Павел фарен в Эндорф 3 Stunden von Минск entfernt. Ein katholischer Pfarrer hat die beiden zu einem Dorffest eingeladen. Ну, залетело. Нет? Все, зачем нет? Як раптоўна пачулі вайна, я сказаў ёй дарогі, і бывай, і пайшоў бараніць наш. Nach der Ankunft im Dorf zweifelt Pavel kurz, ob sein T-Shirt mit dem Bild eines politischen Häftlings zum Problem werden könnte. Auch Lavon ist zuerst besorgt. У шэрых мундырах пад шэрым крывіцкім небам перад навалам з усходу устанем мурам каменным, будзем стаяць непахісна, будзем стаяць непарушна, з намі вера і праўда, з намі Божая маці, край ты мой край. Пакуль толькі хопіць моцы, пакуль толькі будзем жыць. Край ты мой край, край, хейнал край. Дай веры, дай, і мы пераможам. Может быть, адчуванне місіі нейкай, не ведаю. Кожнага чалавека тут, які займаецца творчасцю, якіх я ведаю, раней ці пазней міжволі з'яўляюцца думкі пра эміграцыю, ці то частковую эміграцыю, ці то жыццё на дзве краіны, напрыклад. Ну, але гэтую тэрыторыю ўсё роўна, я ж нельга так цалкам адпускаць. Яна мае вельмі высокі патэнцыял. І, безумоўна, тут вялікая частка нашай публікі, якая любіць тое, што мы робім, сочыць за
нашими тенденціями, кроками, і їх кидать так просто сам-насам з цим режимом так само було б не вельми коректно з нашого боку. Возьмем петлю. Зразумеешь тады, что три чарапахи по-ранейшему тягнут землю. Выходи сюды! Коли выйдешь у город, ты залезешь у горы и с людьми усталюешь контакт. Зразумеешь тады, что и сёння, и учора наше место на троке так. Бежей! Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будем. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было галерея и помогления, не было санаторатория. Не лели на дерево, но не делали дыря. И ты чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Треба росли края побивать. Зрозумієш тоді под твоїми ногами. Ти славний нерухомо стоять. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, сюрпризов не буде. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай. Не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чакай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакає, и ты не чакай. Еще раз. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, чакай не достала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чакає, и ты не чакай. Никто не чакає, и ты не чакай. Никто не чакає, и ты не чакай. Дякуем, громада, со свято вас. Чино вам дякуем, до побачення. Дякую, побачимся еще, покуль. У нас есть у Менску такие места, где на угол сдымать нельзя просто. Костричинская площадь, например. Там люди достают, там что-то серьезное типа этого. И одразу появляются иншие люди, которые подходят и могут навод тебе провести постарунок, попросить почистить память и твою, и фотику. Вот. Ну, шмат их зусім. Ну а что робить людям? А ему не хочется. Ему хочется в столицу. В столице выше и заробки. А ему не хочется еще учиться. Он кепско учился в школе. А у милицию поступать. Средний балл не повинен быть высокий. Одразу тебе дадут квартиру. Ну, не одразу, ну, про год будешь иметь. Там приженись, и нормально. И все. И постоянно все новые и новые потребуются. Их шмат разных там. Спецназы, ОМОНы, такая милиция, ГАИ. Ну, ехать и ехать можно. Ну, где ж. Потому что там столько
выпускников консерватории, например. Где они все деются? А тут, видать, вот люди отучились и ходят, и охуевать, правда. Автозаки, это такие автобусы, яких возят, такие мазовские специально. Як высвятляется на каждой импрезе, типа спектакля, сзаду повинно стоять автозак. Ну, где я не был, например, в Купаловском был недавно. И там сзаду крышечку стоял автозак, МЧСная машина, и там еще что-то, типа хуткой, по мне сдается. Напевно, такий порядок. А раптом почнутся там массовые беспорядки. Не, нормально. Я тебе по хлопцам высылаю, Шаблинскому и... Знаете, да? Нормально, что белое. Ein Open-Air-Konzert von Krambambule soll zum Ereignis des Sommers werden. Öffentlich und angemeldet. Der Antrag ist gestellt. Lavon hat ein Plakat gemalt. Aber sprechen wollen Lavon und Hanna nicht darüber. Sie witzeln nur. Котик это заворонить ненавистники котиков из буквы. Leider behalten Lavon und Hanna recht. Es gibt ein Open-Air-Konzert, aber ohne Krambambule. Мы планавалі вось такое партызанскі шоу у шаблях. Ну, тут была такая сітуацыя, што вельмі доўга марудзілі з дазволу. Мы зразумелі, што ў любым выпадку будуць праблемы нейкія. Таму мы анулявалі гэтую заявку. Замест гэтага паўдзельнічалі ў фестывалі «Вольнае паветра», таксама там, у шаблях. Просто як дуэт я плюс Паша Ракелян. Без вестак, досыць спантанна за некалькі дзён. Просто домовились с Шаблинским.
Тут ранее обвесток, рекламы не было, але народ все зрозумел. Было смешно, но вот. Добрый вечер, господа. Ну, у нас тут сегодня такой стипленький концертик, песен 5-6. Стипленький, але чудо. Просто хочется повитать незалежный фестивальный рух у нашей краине. Раз, два, три, семь. Простые слова. Класс. Простые речи. Супер. Удатный хор все. Простые слова. Простые речи. Не снижаем градус, скорей. Простые слова. Простые слова. Я безумовно не беспечны, потому что музыки с позиции они формуют светопогляд. Я думаю, что нас не кранают пусть так по великим рахунку, потому что это небеспечно для них. Бо у нас, как бы, народ уже давно-давно, коли широ казать, политикам не вельми верить. Оппозиционным, новым, які з'являються. Просто уже на узровні рефлексу, вот это недовер до политику, до оппозиции. Потому что люди ходили на митинги, ходили, и что. Чем это скончилось все? Просто такой бойней. Может быть, потому что не было у тех, кто мусил вести, и быцем бы вел, не было никакого плана. Потому народ уже давно обрал себе незалежных музыков такими, как бы, ну, чагеварами. Это от часу. Потому что они говорят то, что лечить вартом говорить. А политики все равно говорят то, что треба им Eskimos haben viele Wörter für Schnee. Wir Belarussen haben viele Wörter für Träume und Visionen. Mare,
мрої, сни, лятотіння, крози, лятунки. Марить, мроїть. Ну, гэта, насамрэч, хутчэй за ўсё, гэта хіба маладосці. Ну, сапраўды, былі такія спадзяванні весь час. Потым была ж перамога ў 91-м годзе сур'ёзная. Здавалася, што ўжо ўсё. Потым быў такі адкат, цяпер адкат гэты паўсюль проста. Таму, ну, можа быць, перыяд тых мроіў скончыўся, цяпер трэба неяк так. Не той, каб цвяроза. Всё роўна будзем. Все равно мроить будем, потому что мы, ну, як творчие люди, мы не можем без чагусти там, что светить в конце тоннеля. Все равно ясно, что рано или поздно тут перемога добра наступит. И коли не при нашем житті, ничего страшного. Главное, что оно будет. Свободу не спынить, свободу не забрать и не забаранить, свободу не скорыть, я навогнем горыть, як сонечное коло, зихтить, зихтить с горы. Свободу не стримать,
Ну, давайте дабл на припевы, как было людям комфортнее и нормально.